Сьогодні поговоримо про таке: душова кабіна чи гідромасажний бокс, як обрати та на що звернути увагу. Фарбопульти – різні варіанти та різні функції. Приготуємо смачний салат за оригінальним рецептом. Сегодня мы поговорим с вами о том, что же такое душевая кабина, а что такое душевой бокс или гидробокс, как принято его также называть. Основное отличие – это наличие задних стенок и крыши у душевого бокса. Кабина, собственно, то, что мы видим с вами, это зачастую поддон и передняя стеклянная шторка. Если сравнивать функционально, то душевой бокс – это более комплексное, более удобное решение. Если же сравнивать по цене, то душевой бокс, он включает в себя и смеситель, и лейки, и два вида душа. Если всем тем же мы хотим укомплектовать душевую кабину, по цене выйдет плюс-минус то же самое. В чем, несомненно, плюс душевой кабины, так это в том, что это более простая, более универсальная и в чем-то даже, по моему мнению, более удобная конструкция. То есть стенки, крыша, не знаю кого как, но не стесняют, выигрывают вам чуть-чуть более пространство, что, естественно, удобно при принимании душа. Также для выбора серии душевых кабин доступны кабины вот такого образца, так называемый walk-in, когда нету поддона, нужно предусмотреть отдельно слив, трап, что-нибудь в полу, но при этом вы можете выиграть значительно в ассортименте размеров и внешнего вида. Что также является преимуществом душевых кабин, это более широкий ассортимент как внешнего вида, так и производителей. То есть тут нам уже доступны модели Китая, Украины, Польши, России. Да, возьмем такую маленькую близлежащую группу стран и по доступной цене, то есть вполне конкурентоспособна с душевыми боксами. Но на что нужно установить при установке на примере вот душевой кабины, что опять же люди не всегда схватывают, это то, что в ней есть. Ничего. Профиль, поддон, стекла. Наличие кафеля красивого, наличие вывода под смеситель под воду вас в этом случае обязывает. Сейчас перед нами то, что принято называть душевым боксом. То есть бокс – это то, что состоит из поддона, передних стекол, задних стенок и наличия крыши. Также его можно называть гидромассажным боксом. Вот. При наличии гидромассажных форсунок внутри. Цена душевого бокса в размере 90 на 90, такой приемлемый стандарт, стартует от 6700 гривен. Преимуществом, несомненно, относительно кабинок душевого бокса является то, что в такой комплектации при наличии крыши и задних стенок легче его обыграть в ванной комнате. То есть, если не подготовлены системы, если не выложена стена из кафеля, то есть это также хорошее, не только функциональное, но и декоративное решение. Прислонили, поставили, пользуйтесь. Сегодня я хотел бы рассказать вам за такую вещь, которая поможет любому хозяину привести свой двор, гараж или дом в такой вид, который соседям понравится, самому любо глянуть. Да? И это надо еще сделать для того, чтобы защитить поверхность от внешних воздействий ультрафиолета или воды. Для этого нам надо будет или кисточка с краской, да, мы красим, или взять краскопульт. Если мы возьмем краскопульт привычный для нас, мы все его всегда видели, работает от компрессора. Электрический краскопульт – это будет экономичнее по деньгам сразу со старта. И удобность пользования проще не бывает. Розетку вставил, красочку в баночку налил и красим. Самое важное – после покраски, как любую мы кисточку моем, краскопульт обязательно надо помыть. После покраски налили внутрь растворитель и побрызгали. Благодаря этому он очистился. Очистился внутри, очистился бак. Моется действительно легко. Единственное, они отличаются. То есть это модель с вибрационным насосом. Вибрационный насос, он дешево стоит, но, к сожалению, не сильно долговечный. И не столь
быстрая покраска получится. Взяв такой краскопульт, вы облегчаете задачу чем? Первое, вы быстрее покрасите, потому что объем краски будет идти больше с него. Второе, надежность. То есть вы покрасили в этом году, покрасите в следующем, покрасите еще через год. Он прослужит действительно так долго. Но его цена немного выше. В использовании эта вещь у нас повесится на пояс. У него в комплекте идет ремень. Здесь у нас шланга. Позволит красить стены, красить заборы. Вытянул можно руку даже, да, то есть и благодаря тому, что у нас двигатель уже на поясе, сама эта конструкция, она уже будет легче, и вам будет удобнее это делать. Подходит он под любую краску. Самое важное, эту краску разбавить до определенной густоты. Есть специальное устройство, то есть такая леечка, через которую мы наливаем краску, и она должна пробежать за определенное количество времени. Купив любой краскопульт, первое, что мы делаем, не красим, а читаем инструкцию. Прочитали инструкцию, сделали все по инструкции. Это для домашнего обихода во дворе дома или гаража, это просто супер решение. Первое. Выбираем прибор, который имеет гарантию. То есть гарантия, есть залог уверенности, что он у вас будет работать. Это важно. Второе. Моем. То, что я вам говорил, обязательно после каждой покраски. Не отложили на завтра, а сразу же его помыли. И последнее. Приобретя электрический краскопульт, мы получим качественную покраску. И мы сэкономим, что самое важное, наше время. Сделали работу быстро, получили много времени для отдыха. Уважаемые телезрители, очень рада новой встрече с вами. Хочу предложить вашему вниманию приготовить сегодня вместе со мной салат из языка говяжьего. Это может быть телочка, бычок, коровка, но он должен быть сочный, большой и очень хорошо отваренный. Сегодня я предлагаю такой набор продуктов. На столе у меня уже отваренный говяжий язык. Вариться он должен в подсоленной водичке. Вы можете добавить туда несколько горошин душистого перчика, лаврового листа, но готовить его нужно обязательно до готовности. У меня это было примерно 2 часа, 2.10. Прокалите вилочкой, ножом он должен быть мягеньким. После того, как вы достали его из кипящей воды, резко нужно опустить его в холодную ледяную воду. Для чего мы это сделаем? Для того, чтобы он там остыл, стал мягче, и у вас очень легко снялась пленочка, не повредив верхнюю поверхность язычка. Я сегодня пожарила на сковородочке барбекю целые грибочки-шампиньоны. Лист салата, он у нас будет заправляться в этом салате. В первую очередь мы приготовим с вами соус, на основе чего он у нас будет. Это будет сметана, горчица, чесночок, укроп, соевый соус, немного соли и немного сахара. И приступим мы с вами сразу с приготовления этого соуса. Что будет дальше, я вам расскажу. Итак, для начала мы возьмем с вами пару ложек, 2-3 ложки, сколько вам нужно, сметаны. Добавим сюда третью часть столовой ложки горчицы. Одна осталась немножко на ложке, я добавлю. Мы отправим сюда хороших 2 щепотки укропа. У меня уже есть здесь натертый чесночок. Тоже отправляем его сюда, в эту салатничку. Это соевый соус, ну, примерно столовую ложку. Немножечко сахара, буквально там маленькую щепоточку. И соли. Соль должна быть здесь по вкусу. Перемешиваем. Кто не любит сметану, любит больше майонез, пожалуйста, вы можете применять майонез. Ну, дайте постоять ему минут 15. Он будет у вас к этому моменту уже готов. Приступим к самому главному. Я почистила язычок, но я хочу его немножечко зачистить.
оставить основную часть для нашего салата. Вот такой он у нас ровненький со всех сторон. И начинаю нарезать его крупным кубом. Вот такими кусочками. Посмотрите в разрезе, какой он у нас сочный. И перерезаем еще. Вот такие вот кубики у нас с вами получаются. Отправляем его в посуду. Я думаю, вы видите и наблюдаете, какой он у нас сочный и мягкий. То есть здесь вы должны постараться и поработать, не поленившись, дать время ему хорошо отвариться. Мы добавляем сюда соевый соус. Мы добавляем сюда соль. Мы добавляем сюда немного чеснока. Можете и зелень. Все это перемешиваем. Вы можете залить это 200 граммами кипятка бульона. Вы можете отправить на 2-3 минуты в микроволновую печь. Вы можете подогреть это в духовке или на сковороде. Но после того, как мы его промариновали, он должен быть теплым, горячим, как вам нравится. Отправляем подогреть. Пока греется у нас язык, мы приступим к презентации. Берем два листочка листа салата. Заранее промытый и обсушенный полотенцем бумажным. И несколько листочков мы крошим сюда же на тарелочку. Вот таким вот образом. Чтобы листочек салата у нас не присел, мы не заправляем его заранее. Сверху добавим немножечко соли, кто любит соль. И легонечко поливаем его соевым соусом. Когда вы будете его пробовать, вы поймете. Ну что, у нас готовые грибы. И я отправляю их на нашу тарелочку. И выкладываем их хаотично. Я подогрела наш промаринованный язык и отправляю их на наше блюдо. И выкладываем тоже горочкой. Аромат от чеснока и соевого соуса стоит неимоверный. Я думаю, для вот этого блюда такое количество будет достаточным. У нас настоялся соус. Мы отправляем его горкой. Не по всей тарелочке, а горочкой. Вот так вот на тарелочку. И посыпаем белым кувшином. Приятного вам аппетита! Пробуйте, готовьте так, как я для вас, с большой любовью.